Здравствуйте. Я Вячеслав Разбегаев. Я такой же, как вы, не верю всему подряд и многое хочу перепроверить. Это агентство специальных расследований. Сегодня в программе. Знаменитые подвиги Великой войны. Правда или вымысел? Страну надо было спасать. Надо было спасать Москву. Что на самом деле сделал Александр Матросов? Не может человек закрыть амбразуру ДОТа или ДЗОТа своей грудью. И кому выгодно переписывать историю? Что такое Шамбала? Это место сосредоточения мировой информации. И зачем туда отправилась певица Юлия Чечерина? Я верю, что это ось Земли. Дисбактериоз и другие болезни-фантомы. Чем болеют здоровые люди? Это такой же бизнес, как подстригание газонов, как мытье окон. Красноармеец Александр Матросов, комсомолка Зоя Космодемьянская, отважные панфиловцы. Кто из нас не знает этих героев Великой Отечественной войны? Однако в конце прошлого века, когда были рассекречены многие архивы, открылись поразительные факты. Выяснилось, что наша военная история была изрядно подкорректирована. И многие герои оказались скорее литературными персонажами, нежели реальными людьми. И если это так, кто их выдумал и зачем? «Велика Россия! Отступать некуда!» Эта знаменитая фраза героя-панфиловца Василия Клочкова вошла во все советские учебники истории. Кадры из киноэпопеи «Битва за Москву». Один из центральных эпизодов героического полотна – подвиг панфиловцев. Актер Валерий Баринов сыграл в фильме одну из ролей. Нет, не героя-панфиловца, обычного человека из народа. Но настроение ленты хорошо ощущает и сегодня. Ситуация-то была катастрофическая. И все работало не просто на победу, а на спасение. Страну надо было спасать. Надо было спасать Москву. Айгуль Байкадамова – внучка того самого генерала Панфилова. Каждый год она посещает мемориал героев 316-й стрелковой дивизии в Казахстане. Историю панфиловцев знает по рассказам родителей и друзей деда. В дивизии воевал сын Чапаева. В математике есть закон парных случаев. В свое время Иван Васильевич Панфилов в гражданскую войну воевал в Чапаевской дивизии. И сын Василия Ивановича воевал в дивизии деда. Это уникальный случай. Публицист Анатолий Вассерман живет в Москве на улице Героев-Панфиловцев. Известного эрудита заинтересовали подробности истории легендарных бойцов. Эта дивизия пару месяцев задерживала немцев. Это было совершенно невероятно, особенно учитывая, что немецкие силы на этом участке превосходили наши даже не втрое, что считается достаточным для успешного наступления, а едва ли не в десятеро. Как известно из учебников истории, немецкие войска вплотную подошли к Москве в ноябре 1941 года. Они остановили на уже на ближайших подступах к нашей столице 53 танка. Представьте, не 3, не 5, даже не 10, не 20, а 53. Бывший солист группы «А-студио», известный музыкант Батырхан Шукенов вспоминает, в СССР панфиловцев буквально канонизировали. Когда я учился в школе, мы знали эти имена и помнили. Алия Молдагулова, Маншук Мамедова, Толгат Бегирдинов, Нуркен Абдиров, 28 панфиловцев. Батальон, который был сформирован в Алма-Ате генерал-майором Иваном Васильевичем Панфиловым. Так почему же сегодня их подвиг подвергается сомнению? И почему после войны
главная военная прокуратура СССР начала расследование дела панфиловцев. Сейчас известно, что очень многие подробности этого подвига перепутаны, многие придуманы самими журналистами. Осенью 1947 года в Харькове за измену родине был арестован Иван Добробабин. Среди его вещей нашли книгу о 28 героях-панфиловцах. Следователи были потрясены, когда узнали, что задержанный – один из легендарных бойцов. Основная сенсация политическая для высшего руководства, что один из панфиловцев, фамилия Добробабин, не только не погиб, но потом был взят немцами в плен и служил в немецкой полиции. Причем не только, не просто полицаем, а начальником местной полиции. Добробабин был лишен звания героя и сослан в лагерь. Но на этом история официально погибших панфиловцев не закончилась. Кто-то попал в немецкий плен, вернулся. Кто-то вообще не знал, что это произошло, был по госпиталям. Всем тихо выдали, кто обращался. Звезды Героя Советского Союза, это 5 или 6 человек. Так что же в рассказе о 28 героях-панфиловцах правда, а что литературный вымысел? О героическом подвиге панфиловцев впервые написали журналисты газеты «Красная звезда». Долгое время считалось, что эту историю им поведал умирающий в госпитале боец дивизии. И погибая, как это писалось в газетах, они уничтожили 18 танков, все погибли. Осенью 41 года главный редактор газеты «Красная звезда» Давид Ортенберг вызвал к себе журналиста Александра Кривицкого. Главред только что прочитал очерк о жестоком бое под Волоколамском. Но в нем не хватало имен отважных бойцов и их точного количества. 30 – это определил Ортенберг, что была видимость героизма, то есть соотношение небольшой группы солдат и такого же количества танков. Остановить 40 танков, то есть на каждого больше. Вот, это придумал Ортенберг. И... значит, такой вот 28 человек взяли, ну, из списка личного состава. Ну а что же со знаменитыми словами политрука дивизии Василия Клочкова? Тоже творческая находка. Слова «Велика Россия», «Отступать некуда, позади Москва» их придумал, о чем сам и признался, литературный редактор вот, газет «Красная звезда» Кривицкий. Однако 316-я дивизия все-таки существовала. Один из полковых командиров Илья Капров на допросе в прокуратуре также подтвердил, что и бой под Волоколамском действительно был. И панфиловцы сражались героически. Но погибло больше сотни бойцов. В действительности там было не 28, а рота где-то в 140 человек, которые немцы полностью смели. И осталось там 25-30 человек в живых от силы. Но разве то, что произошло на самом деле, не подвиг? В таком случае возникает вопрос, зачем были нужны пропагандисты-сказочники? Они прежде всего нужны были командованию армии, дивизии и так далее, для того, чтобы прикрыть какое-то крупное поражение своих войск. Вот там полк этот панфиловцев был разгромлен фактически. Его командира и комиссара хотели отдать под суд. А в связи с тем, что вот получила всесоюзную известность подвиг 28 героев панфиловцев, их восстановили в должности, и трибуналам уже больше не грозило. Зимой 1942 года советские войска отбили у немцев подмосковное село Петрищево. У одного из убитых солдат вермахта красноармейцы нашли фотографии казни молодой девушки. Так началась история другого знаменитого подвига – Зои Космодемьянской. Это вы поджигали конюшню? Да, я. Впервые о подвиге Космодемьянской написал военный корреспондент Петр Лидов в газете «Правда». О судьбе комсомолки ему рассказал очевидец, пожилой крестьянин. Его поразило бесстрашное поведение девушки перед казнью. Мне не страшно умирать! Она уже с петлей на шее, она это крикнула, что у нас в стране живет 170 миллионов человек, вы всех
не перевешаете, что за меня все равно отомстят, что мы победим. И журналист написал статью о самоотверженной комсомолке. Девушка выполняла специальное задание в тылу врага и попала в плен. Зоя Космодемьянская ничего не сказала, назвалась Таней. Вот. Ей вырвали ногти, долго били, и на следующий день ее решили повесить. Тело висело до 1 января 1942 года, месяц практически. Немцы не давали ее похоронить. Зое Космодемьянской присвоили звание Героя Советского Союза посмертно. Все факты проверила и подтвердила военная прокуратура. Но вот что важно. Девушка входила в диверсионную группу поджигателей. Об этом журналист умолчал. В советское время не говорилось о том, что она занималась, в общем-то, таким неоднозначным делом, скажем так. Она поджигала деревни, чтобы немцы не имели возможности спасаться от холода в деревнях. Не так давно была рассекречена и другая информация. После гибели Космодемьянской советское руководство отменило подобные диверсионные операции. Что делали немцы? Сожгли в дом одного крестьянина. Они выгоняли этого крестьянина или эту семью. Выгоняли на холод, иди ищи, живи где хочешь. И селились в другом доме. Вот и все. Некоторые послевоенные публикации утверждали, что подвиг совершила не Зоя, а другая комсомолка – Лиля Азолина. Но генетическая экспертиза доказала, что погибла все-таки Космодемьянская. Однако на этом разоблачения не закончились. Появились свидетели, которые заявили, комсомолка страдала нервной болезнью. Когда она училась в школе? Ее выбрали комсгруппоргом, а потом не переизбрали. Человек был очень прямолинейный, резкий в решениях, плохо находил какие-то позиции с товарищами. И после того, как ее не переизбрали, она из активистки ушла в себя, потом лечилась в Сокольниках в специальной школе целый год, еле-еле окончила 9 класс. Позже выяснилась еще одна деталь биографии. Зоя родилась в семье репрессированных священников. Удивительно, как советские пропагандисты просмотрели эти факты. Зою Космодемьянскую на роль героини специально никто не выбирал. Ее история просто заинтересовала военного корреспондента. При этом он до конца не проверил факты. Также, по мнению ряда историков, журналисты прославили и красноармейца Александра Матросова. По официальной версии, стрелок-автоматчик Александр Матросов закрыл собой амбразуру немецкого дзота и спас свой отряд. Неужели и эта история – художественный вымысел? Что касается подвига Александра Матросова, простите меня, не может человек закрыть амбразуру дота или дзота своей грудью. То есть закрыть-то он может, но толку от этого будет чуть, он тут же, так сказать, свалится оттуда. Если его убьют. Однако во время войны были зафиксированы сотни подобных самопожертвований, когда бойцы закрывали собой амбразуры. Неужели они все ошибались? Понятно, что пулеметные пули легко пробьют тело, лежащее вплотную к пулемету, и полетят дальше, но они летят вслепую. Главное, что при этом расчет пулемета на несколько секунд теряет обзор, и этих секунд достаточно другим бойцам, чтобы преодолеть поражаемое пространство. Они шли на амбразуру, как матросов, защищая свою родину, своих близких, и понимание вот это, оно было возведено в очень какое-то, в мощное такое идеологическое сознание. В таком случае, почему всенародным героем стал только Александр Матросов? Опять дело случайности, что журналисты узнали о донесении командира, и журналист понял, что это как бы красивая история, и это вовремя донесли до читателя, тем более, опять же, подвиг Матросова был приурочен к 23 февраля. Тем не менее, в постсоветское время
Историю Александра Матросова также пытались развенчать. Появились вот политизированные абсолютно версии, и юрнические, что он был в состоянии опьянения, понимаете, и поэтому это произошло. Было даже официальное расследование, но ни один из этих фактов не подтвердился. Героем был каждый на войне и в тылу. Это вот совершенно очевидно, за исключением небольшого количества там перебежчиков или трусов. И все-таки, кому было нужно переписывать военную историю? Ведь Космодемьянская и Матросов не единственные жертвы так называемого разоблачения. Досталось и севастопольским морякам, и летчику Николаю Гастелло, не говоря уже о Жукове. После развала СССР журналисты бросились развенчивать вчерашних героев. Зачем это делалось? Наши эксперты объясняют это так. После развала СССР новым политикам важно было уничтожить лучшие страницы истории Советского Союза и показать, что вся она была построена на лжи. Но герои были. Лично я в этом не сомневаюсь. Пусть даже их подвиги выглядели иначе, чем в книгах и в кино. Смотрите далее. «Священная Шамбала». Где дверь в страну чудес? Она открывается после прочтения специальных заклинаний. И как Юлия Чечерина едва не погибла на пути в земной рай? А также завтрашние болезни. Кто придумывает их? Испытываются препараты для лечения так называемого женского оргазмического расстройства. Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Шамбала. Удивительная, таинственная и манящая страна. Все слышали о ее существовании. Но где она? И почему люди стремятся отыскать ее? Сегодня о Шамбале вновь говорят. Теперь из-за Сирии. Ведь по-персидски название ближневосточной страны звучит как «Шам». Слово «боло» означает «поверхность». Шамбола – это как бы равнина государства Сирии. Ну, как бы вот так. Но со временем понятие Шамбалы стало метафизическим. Оно оторвалось от конкретного места и стало соотноситься с некой идеальной страной, ну, как бы с раем, где живут посвященные или там боги. Слову «Шамбала» сотни лет. Новое звучание оно получило в 19 веке благодаря Елене Блаватской. Елена Блаватская – оккультист и религиозный философ. Среди эзотериков считается одним из самых почитаемых авторов. Блаватская в своих книгах указывала местонахождение Шамбалы. Якобы это священный белый остров в пустыне Гоби. Именно там будет рожден новый мессия. Наши исследования российских и монгольских ученых, проведенные еще в конце 20 века, подтвердили, что в районе пустыни Гоби 40 миллионов лет назад существовало море, и, скорее всего, надо полагать, что, возможно, у Елены Блаватской эта информация – это отголоски каких-то древних знаний. Николай Рерих – еще одна знаковая фигура в стане эзотериков. Он отправился на поиски удивительной страны в 1924 году. Экспедиция продолжалась несколько лет. После вот этих многочисленных попыток найти эту страну и воспользоваться ее расположением, знаниями, Шамбала стала невидимой для обычных людей. История загадочной страны, в которую могли проникнуть лишь единицы, до сих пор не дает покоя ученым и притягивает исследователей. Возможно, стоит какая-то энергетическая защита, которая блокирует и изображение, и какую-то информацию, поступающую оттуда. Искали три экспедиции Ананербе, Гитлера. Они погибли. Две британские экспедиции, одна американская, одна советская экспедиции. Так где находится мистическая Шамбала?
Большинство ученых называет местом ее наиболее вероятного расположения пустыню Гоби. Также в числе основных вариант с Гималаями в районе мистической горы Кайлас. Найти дорогу в Шамбалу люди пытались на протяжении столетий. Есть привязки, путеводители к этой стране. Многие люди там бывали и описывали свое нахождение. Но вот пропавших экспедиций в разы больше. Очень много таких сообщений, что люди вместе со скотом пропадали. И, главное, бесследно не находили ни скелетов, ни останков. Известная певица Юлия Чечерина – человек решительный. 2 года назад она тоже отправилась в Тибет искать Шамбалу и совершить восхождение на мистическую гору Кайлас. Там вроде как есть проход в Шамбалу. С неба сходит вода, 4 реки Ганг, Сатлеж, Брахмапутра и Инд. Берут оттуда начало. 4 величайшие реки уходят с этой горы пирамиды в 4 стороны света. Ну, я верю, что это ось Земли. Юлии предстояло преодолеть на машине 18 тысяч километров. Это был по-настоящему рискованный маршрут. Все было, ну, мистично, и случилось очень всего такого, что даже получилась целая история. Было все необычное. Так что же увидела Чечерина? И нашла ли тот самый рай? Об этом она рассказала только нам. И об этом буквально через несколько минут. Это Эрнст Мулдашев, известный хирург. В свободное время – исследователь загадочных мест Земли. Он утверждает, вход в Шамбалу видел собственными глазами. Эта дверь очень большая, примерно 200 на 200 метров. Она открывается после прочтения специальных заклинаний. Но вот попасть в загадочную страну с помощью одних магических слов невозможно. Проход очень узок. Мулдашев пытался перебраться по нему. Преодолел лишь несколько сотен метров. Это такая керамическая труба. Еле входишь плечами. И по этой керамической трубе ползешь не весть куда. Там очень тяжелая энергетика. Это не совсем наша энергетика. А потом все начинает сужаться. Игольное ушко, то есть вот так суживается, а с той стороны расширяется. Художник Владимир Анисимов утверждает, ему доводилось вступать в контакт с жителями удивительной страны. Причем несколько раз. Правда, на расстоянии. Я видел каких-то странных людей, которые смотрели на меня сквозь какую-то длинную трубу. И стенки этой трубы были очень блестящие. И они смотрели на меня и говорили. И все показывали мне пальцем. Я об этом никому не могу сказать, как вы меня не заподозрите, что у меня белая горячка. В тайных книгах Шамбала описана довольно красочно. Царство подобно цветку лотоса с 8 лепестками. Разделено на 8 областей и окружено горами сверкающего льда. Мистическая столица Шамбалы – Калапа – находится в центре. А охраняют эту землю сверхъестественные существа. Они как бы защищают вход в подземный мир. Обычно заметить таких охранников невозможно. Но периодически встречаются свидетельства очевидцев, которым удалось увидеть того или иного стража. Одним из них называют Йети, знаменитого снежного человека. Так зачем людям Шамбала? Только ли ради счастья и гармонии? Говорят, тот, кто найдет эту страну, сможет управлять всем миром. Неудивительно, что Шамбал усердно искали те, кто жаждал абсолютной власти. Их имена известны всем. Александр Македонский, Наполеон и Гитлер.
Многие спецслужбы пытались выйти на контакт с представителями этой Шамбалы, с духовными учителями, для того, чтобы заручиться какой-либо поддержкой, либо получить какие-то сокровенные знания, а в придачу и современные технологии. Адольф Гитлер был буквально одержим поисками Шамбалы. Фюрер почти до самой гибели Третьего Рейха финансировал экспедиции в Тибет. В Гималаях и в имени Рериха, и в тибетских храмах под видом паломников, странников были немецкие егеря, разведчики, шпионили. Так удалось ли Гитлеру найти вход в мистическую страну? Некоторые исследователи уверены, что да. На это указывают косвенные признаки. Гитлер получил какие-то технологии, которые позволили Германии буквально за 12 лет из разрушенной, разоренной в Первой мировой войне как бы государства, лишенной промышленности, армии, флота, стать сильнейшей военной державой мира, по сути. Известный факт. СССР тоже снаряжал экспедицию в Тибет. Но мало кто знает. Это был отвлекающий маневр. Так утверждает писатель Андрей Синельников. Вообще вся история Шамбалы – это была дезинформационная война российской разведки. Кстати, за счет этого мы выиграли войну. А потому что все двинулись в Шамбалу. Мы их направили в Шамбалу. Тогда где же настоящее местонахождение мистической страны? Ответ может потрясти обычного человека. В Крыму. И уже одно то, что крымская Шамбала – это некий такой посыл знающим людям. Идите туда, ищите. Если верить этой версии, становится понятным, почему российские правители такое большое значение придавали Крыму. Другое дело, что на официальном уровне эта версия пока не подтверждена. Так что простор для новых гипотез по-прежнему существует. Например, есть версия, что Шамбала на одном из полюсов Земли. Есть же конкретное описание, что она находится за 7 горами, окружена океаном. Размеры указаны, там расстояние. Музыкант и путешественница Юлия Чечерина верит в классическую версию. Шамбала в Гималаях. Но как добраться до нее? Ну, все тяжело. То есть нужно все время быть как бы в ровном таком расположении духа. А нервишки-то пошаливают, потому что горы, нифига там, ну, ты вообще ослабленный. Ну, короче, тяжело. Ну, испытание серьезное. Это одна из деревень, в которой Юля и ее муж останавливались на ночлег. Именно здесь ей приснился странный сон. Как будто мы ехали на машине и врезались в небесный корабль. Проснулась, думаю, фу. Хорошо, что вот бывают такие сны, думаешь, хорошо, что приснилось. Какой бред, какая ерунда. Но сон оказался вещим. Вот что произошло спустя 3 часа на горной трассе. Машина перевернулась. Ни Юля, ни ее муж не пострадали. И только спустя месяц Чечерина узнала о настоящей цене их спасения. В этот момент тут умер наш кот, который нас ждал. Ну, то есть все мы выжили, уцелели, сели, поехали дальше. И кот, видимо, как-то принял на себя эту карму. Ну, говорят, коты принимают карму. Бывает, что там забирают болезни, у своих хозяев. Чудо? Совпадение? Или еще одно подтверждение того, что Шамбала есть? Исследователи утверждают, что именно в Шамбале сосредоточена реальная власть над миром. Поэтому многие и искали, и до сих пор ищут ее. Однако Шамбала таила в себе и угрозу. И люди, получившие благодаря ей большую власть, рисковали утратить эту власть вместе с жизнью. В Шамбале живут духовные учителя, которые пытаются корректировать эволюцию жизни на Земле. И в случае каких-то кардинальных исторических моментов или поворотов истории, они появляются среди людей. В остальных случаях эти учителя не вмешиваются в ход истории, не пытаются общаться с людьми так часто, как нам бы этого хотелось.
Но, возможно, главная разгадка Шамбалы в другом. Она везде и нигде. После многочисленных неудачных поисков родилась следующая гипотеза, что Шамбала находится в параллельном мире. Вот. Но с ней возможен контакт. Ну, так как она в четырехмерном пространстве, то из любой точки Земли, вот даже с этой квартиры, мы можем попасть в Шамбалу. Знатоки говорят, чтобы пройти через этот портал, необходимо выполнить несколько правил. Для кого-то они кажутся простыми, а для кого-то служат надежной преградой. В этой Шамбале существуют иные законы жизни, а именно законы чистой души. То есть ты не можешь пойти поперек своей совести. Может быть, ее и не существует вовсе, а Шамбалу может найти каждый человек внутри себя. Если ты понял, что ты сам, как человек, являешься неким храмом, хранилищем некого святого, то тогда у тебя начинает открываться путь идти дальше. Певица Юлия Чечерина провела в Гималаях несколько месяцев. Она несколько раз была на волосок от гибели и в итоге добралась до той самой горы Кайлас. На нее не поднимаются, туда нельзя подниматься. Там боги на ней. Вот, можно ходить вокруг. Ну, это есть как бы. Ну, там такое, это такое путешествие, вроде, что-то вроде, видимо, модели жизни. Так что же открыла для себя путешественница? И что найдут те люди, которые ищут мистическую страну? Юлии кажется, что она знает ответ. Ну, а что такое Шамбала? Какое-то особое, наверное, состояние, когда ты понимаешь, что все это одно, и ты спокойно отпускаешь себя и растворяешься в абсолюте, и это, ну, в таком каком-то счастье. На наших картах почти не осталось белых пятен. Шамбала на них не отмечена, но это не значит, что ее нет. Далай-лама говорил, это место, видимо, все же существует. Согласно священным текстам, царство Шамбалы в конечном итоге само установит контакт с нашим миром. Вы знаете, я склонен доверять великому учителю буддистов. И в конце концов, может быть, нужно просто немного подождать. Смотрите далее. Дисбактериоз и другие болезни-фантомы. Чем болеют здоровые люди? Генсосудистая болезнь – ерунда. Кто наживается на здоровье граждан? И как нас заставляют покупать дорогие препараты? Это такой же бизнес. Как подстригание газонов, как мытье окон. И почему бывший олигарх не доверяет медицине? Прививки – это сатанизм. Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. В 2012 году британский медицинский журнал составил список из 174 надуманных болезней. Хит-парад возглавили целлюлит, облысение и возрастные недомогания. Почему именно в последнее время появилось столько новых болезней? Задумайтесь, знали ли вы лет 10 назад, что такое дисбактериоз, остеопороз, вегетососудистая дистония? Кто и как заставляет нас покупать дорогие лекарства, эффект от которых весьма сомнителен? Актер и телеведущий Михаил Полицеймака несколько лет вел на телевидении медицинскую программу. Он услышал сотни историй болезней, и надуманных, и вполне реальных. Как шутят врачи, нет здоровых людей, есть люди недообследованные. И если любого взять, даже какого-то супер-мега-спортсмена, все равно у него можно найти там лордоз, да? Или там песок в почках. В каждой шутке, как известно, лишь доля шутки. Современные диагностические средства – рентгены, томографы, сканеры – практически не оставляют времени для общения врача с пациентом. В этой компьютеризации всей медицины и кроется причина того, что все большее количество людей чувствует себя больными. Так утверждает украинский профессор Николай Сенченко. Он давно исследует рынок медицины и фармацевтики.
Стоит прийти к врачу, и вы уже не человек, а статистическая единица. Вы сразу попадаете в такой как бы технологический цикл, где вас сравнивают со среднестатистическим каким-то здоровьем, несмотря на то, что у вас имеются какие-то особенности. И изучив вас вот так, как среднестатистического больного, вам выписывают сразу там какую-то определенную кучу лекарств, которые считаются, что вот вы их проглотив эти лекарства, вы выздоровеете. Современная медицина в некоторых случаях объединяет недомогания, связанные с возрастом, наследственностью или строением организма в устрашающие диагнозы. Например, вегетососудистая дистония. Многие ее симптомы крайне схожи с проявлениями органических поражений в сердце. А если вовремя не вылечить дисбактериоз, грудничка ждет смерть от сепсиса. Коварный остеопороз долгое время протекает скрыто. Чаще всего страдают позвонки, вызывая боль и заставляя обратиться к врачу. Медицинские ресурсы, журналы и справочники описывают самые распространенные диагнозы современного человека. При этом сами врачи открыто говорят – это болезни, которых нет. Такие пациенты не умирают, у них не наступает осложнений. Их особенности, скажем, там, пищеварения характерны для них, как для других, там, скажем, оттопыренные уши или еще что-то. Говорили в старые времена, да, что хорошо быть дерматологом. Больные никогда не излечиваются, никогда не умирают. Он ходит и ходит, значит, деньги платит и так далее. Бывший бизнесмен, а ныне фермер и деревенский житель Герман Стерлигов давно отказался от многих благ цивилизации. Начал с медицинского обслуживания. Вот это называют болезнью, это обман. Это вас отравили, на этом наколачивают бабло. И маму вашу отравили, и папу, и бабушку. Говорят, у меня мама умерла от рака. Дебил, у тебя не умерла мама, ее убили, твою маму. Ни для кого не секрет. 80% медицинских услуг в нашей стране так или иначе платные. А сами врачи иногда лишь посредники между пациентами и страховыми или фармацевтическими компаниями. Это бизнес. И все, кто в нем участвует, в этом бизнесе, они все стараются получить свой доход. Поэтому, если получение дохода оказывается слишком привлекательным, то в этом случае всякие моральные критерии и все устремления людей делать хорошее дело, делать благо, да, они отступают на второй план. Не все россияне хотят быть винтиками этого бизнеса. И это иногда стоит им здоровья, потому что ведет к запущенным до нельзя болезням. Люди до последнего момента не обращаются к врачу, глушат симптомы самостоятельно. По принципу «соседу помогло, и мне поможет». Я помню, одному зрителю померили давление. Здоровый мужик, 45 лет, у него 200 на 120. И сидят врачи, которые говорят, с таким давлением надо госпитализировать. Как вы себя чувствуете? Он говорит, да нормально, что, все хорошо. Информирование населения о болезнях – очень важная часть медицинской системы. Фармацевтические компании охотно вкладывают деньги в так называемые образовательные программы. Почему? Некоторые эксперты считают, реальная цель этих программ – напугать людей. Иначе говоря, если люди понимают, что у них есть болезни, которые можно вылечить, они начинают покупать лекарства. Фармацевтические компании создают новые болезни. Это называется на международном языке disease mongering. То есть создается некоторая единица, которая объявляется болезнью и накачивается, значит, атмосфера опасности вокруг нее. Типичный пример – остеопороз. Он с годами развивается практически у всех людей. Получается, что дорогие таблетки и добавки от этого недуга – просто борьба с возрастными изменениями организма. А они, как известно, неотвратимы. В действительности все средства лечения этого состояния, они страшно неэффективны, они токсичны, и они приводят к очень маленькой пользе в смысле профилактики переломов. Да, костная ткань становится вроде как бы крепче, в ней больше кальция, да, но она
к сожалению, очень мало укрепляется в отношении перелома. По данным профессора Сенченко, фармацевтические компании поощряют врачей и клиники за выписывание определенных лекарств и добавок. Но сегодня произошел, я бы сказал, симбиоз врачей и производителей лекарств. То есть, чем больше врачи выписывают лекарств тому или иному больному, тем больше покупают больные эти лекарства, и тем больше прибыль фармацевтической промышленности или той или иной аптеки. Голова кружится, давление зашкаливает, одышка замучила. Эти и еще множество симптомов отечественные доктора объединяют термином вегетососудистая дистония. Аббревиатура ВСД значится в каждой третьей медицинской карте россиян. А вот зарубежным докторам этот диагноз ни о чем не говорит. Там каждое из этих состояний лечит профилирующий врач. Невропатолог, кардиолог, эндокринолог. Вокруг диагноза ВСД споры идут уже много лет. До середины 90-х годов ВСД лечили неврологи. А в 2011 году сотрудники Российского государственного медицинского университета обнародовали исследования относительно вегетососудистой дистонии среди учеников старших классов. Выяснилось, что у 80% подростков с психопатическими расстройствами есть такой диагноз. Именно после этого болезнь отнесли к психиатрии. Заболевание души или тела? Что скрывается за этими тремя буквами ВСД? Это ерунда. Вегетососудистая дистония – это может быть врожденное, может быть приобретенное. Известно, что чаще всего диагноз вегетососудистая дистония ставится людям с недостатком веса. Скорее всего, это такое сборное понятие. Это синдром вегетососудистой дистонии. Очень разные у него проявления. Ну, в принципе, приблизительно одинаковые причины. Это обязательно должна быть какая-то наследственность, конституция. Дисбактериоз, нарушение микрофлоры кишечника. Дисбактериоз – это огромная проблема, и она сейчас очень помолодела. Но дисбактериоз-то он лечится очень как-то, если его вовремя начать лечить. Но почему дисбактериоз настолько распространен именно в последнее время? Ответ опытного терапевта Владимира Василенко парадоксален. Потому что его нет. Нет дисбактериоза, нет диагноза. А вот лекарственный дисбактериоз – это действительно проблема современного общества, которое бесконтрольно покупает и употребляет антибиотики от любого чиха. Врачи предупреждают – такое самолечение может закончиться очень неприятной хирургической операцией. И вот… Тогда начинает разрастаться эта штука, клостридия. Это приводит к смерти, вообще говоря. Тяжелейшие поносы там и так далее. И никто не знает, как лечить это, потому что антибиотики и так уже дали. Болезнь еще не появилась, но нам предлагают заранее подготовиться. Пить всей семьей профилактические таблетки и сделать прививки. Споры о пользе или вреде последних ведутся уже несколько столетий. Массовые вакцинации в России известны со времен Екатерины II. Исследователь рынка лекарств Николай Сенченко уверен, закон об обязательной вакцинации детей, посещающих детские сады и школы, лобби фармацевтических компаний. А сегодня вот нас без определенной вакцинации детей не принимают в школу. Как это может быть? Почему? Потому что вакцины закупают. А кто в этом задействован? Те, кто принимает законы о поголовной вакцинации, те, кто принимает и лоббирует эти законы, те, кто следит за тем, чтобы эти законы выполнялись, и те, кто заказывает вакцины. Прививки – это сатанизм, это прививание болезней людям. Это же не прививки от болезни, это прививки болезней. Это страшное умопомешательство у людей, когда они прививают своим детям страшные заболевания. В 1768 году фармацевтического лобби, собственно, как и фармацевтических компаний, не было. Зато была эпидемия оспы в России. Под угрозой гибели находилась большая часть населения империи. Все боялись новейшего метода профилактики – прививок. Тогда императрица Екатерина II решила собственным примером доказать эффективность метода. Прививки были сделаны ей и наследнику престола, будущему императору Павлу I. С тех пор борьба с эпидемиями приобрела в России государственный статус.
С инфарктами и инсультами государства Европы боролись в конце 20 века, как в 18-м с оспой. В 1992 году английские фармацевты синтезировали вещество под названием силденафил с целью улучшения кровотока в миокарде. В ходе клинических испытаний оказалось, что кровь течет быстрее не только в области сердца, но, главное, в области малого таза. Это было настоящее золотое дно. Первоначально Виагра позиционировалась для очень небольшого количества людей с так называемой эректильной дисфункцией, больные тяжелым диабетом, допустим. Вот. Но потом оказалось, что Виагра очень хорошо действует. И, как вы знаете, сегодня Виагра используется как потребительский товар по существу. Сейчас, по данным профессора Власова, авторы Виагры, английские фармацевты, готовят еще одно снадобье, которое может буквально взорвать рынок. Если миллионы здоровых мужчин по всему миру покупают препарат для улучшения качества секса, почему бы не изобрести Виагру для женщин? И начали раскручивать эту позицию. Причем это очень хорошо изученный вопрос. Проводились конференции, специальные рекомендации. И то состояние, которого вообще не было как болезни 20 лет назад, сегодня попадает чуть ли не в классификацию болезней. И сегодня реально испытываются препараты для лечения так называемого женского оргазмического расстройства. И главное, даже не компоненты препарата, которые, скорее всего, будут безобидными витаминами. Главное, над чем сейчас бьются фармацевты, это страшное и сложное название для болезни или синдрома. Они сами себя закошмарили, люди. Вот этим названием, вдруг, вот опять-таки, разговор на эту тему. У меня там вегетососудистая дистония, она вот так проявляется, а у меня вот так она проявляется. И они индуцируют это заболевание от одного к другому, усиливая, расширяя симптомы. Настоящая российская чума 21 века – это повальная ипохондрия в сочетании с привычкой к самолечению. Но мне кажется, что сам корень этой проблемы гораздо глубже – в нашем подсознании. Любая надуманная болезнь выгодна прежде всего самому больному. Ведь он получает возможность не делать то, что обычно должен. В то же время окружающие сразу начинают уделять ему больше внимания, ими можно легко манипулировать. А маркетологи просто умело это используют. Это было агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Увидимся. Смотрите в следующей программе. «Белая стрела». Вся правда о самом загадочном сообществе лихих 90-х. Аллергия. Чума 21 века или выдумка врачей и фармацевтов? И как исцелиться от кредитной зависимости? Многие считают, что можно занимать, перезанимать до конца жизни.